Добрый день, дорогие друзья. Я бабушка самого лучшего малыша в мире, но, к сожалению, у нашего малыша диагноз аутизм. Мы общаемся с Давидом, и у нас прошло только 4 сеанса. За это время у нас появились изменения в хорошую сторону. Сеансы общения проходят в среднем по 25 минут, и наш малыш присутствует на них. Он сидит на своем стульчике с мобильным телефоном. И если на первом сеансе он даже не взглянул в сторону Давида, то теперь он смотрит на него некоторое время. После второго сеанса мы стали замечать, что у ребенка происходят изменения. Он стал спокойнее, стал чаще отвечать на имя, выполнять некоторые просьбы. Стал смешливым, и его личико маленького Пьеро меняется на лицо веселого мальчугана. Он стал понемногу приглашать нас к игре. После третьего сеанса произошло чудо. Он спокойно, без истерик, драки и криков, дал срезать ногти на ручках и ножках. Раньше это было невозможно. Его держала вся семья. У ребенка были проблемы со стулом. Сейчас стул налаживается. После четвертого сеанса вечером вчера он вдруг изъявил желание кушать ложкой сам. До этого мы его только кормили. А то так, две ложечки сам, две ложечки мы. И еще у нас стеклянная дверь, в основном матовая, но есть прозрачные промежутки. И ребенок понял, что туда можно подглядывать. И если кто-то заходит в дом, он идет и смотрит, кто там в эти прозрачные полоски. Это так суперовски. А еще он стал обниматься с нами. Это здорово. Подойдет, обнимет, прижмется. Такое солнышко. Спасибо, Давид.